Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Построили мы теплицу фермер шириной 3 метра, длиной 3 метра. С одного торца у нас расположена разрезная форточка. Другой торец глухой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20x20. Арки выполнены в виде ферм. Также установлены диагонали укосины в качестве усилителя каркаса. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. На данной территории конструкция будет использоваться не как теплица, а как помещение для хранения, я так понял, строп для крана. Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня смонтирована теплица фермер 3М. 3 метра ширина, 6 метров в длину. Свалена теплица с профильной трубы 20x20, стенка 1,5 мм, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, поликарбонат 0,8 плотности, 20-летний карбоглаз, 4 мм ширина. Фундамент бетон, плюс брус 100x100, пропитанный антисептиком. Установлена коньковая фрамуга. С этого торца разрезная дверь-форточка. С того торца просто форточка, торец глухой. Также установлены косины для более жесткости конструкции. Полышки по бокам. Монтирована теплица фермер 3М. Отзыв клиента о данной теплице. Вы откуда узнали о нашей компании? Соседи устанавливали у нас через участок, понравилось мне. Ну, дали номер телефона и обратились к вам. Мне это все нравится. Все сделали хорошо, нормально, молодцы ребята. В дождь работали, но с энтузиазмом все сделали хорошо. А почему вот именно эту марку теплицы выбрали? Ну, не знаю, мне вот понравилось, что вот форточки вот сверху и большие форточки. Мне понравились очень большие форточки. Это мне удобно. Дверь закрыл, форточку открыл. С обеих сторон все проветривается. Уже животное никакое не забежит, ничего. Ну, вот в основном вот это вот все понравилось. Форточки и все хорошо. А что выращивать планируете? Ну, в этой теплице я огурцы посажу. Потому что она очень теплая. И будут огурцы расти. Ну все, спасибо вам. Вам спасибо большое. Ну вот на этом все. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.